И вот мы дружными рядами и колоннами шагаем на рынок. Farmers Market, этот конкретно называется Yellow Green Market. Видите, сколько машин. Народ голодный. Хочет есть local produce, местные продукты. Вот эта тележка, интересно, свободна или нет? Да, свободная тележка. Это еще шурза автомобили. Продаются по 5000. Brand new, видите, Electric Car Fun Radio. Вот можете купить за 5000 такой автомобиль и иметь фан, получать удовольствие, как говорится. Что это за Italian Food Depot, не знаю. Надо проверить. Просто магазин с какими-то продуктами из Италии, наверное. Тут пишут, вы не подумайте, что вы пришли в буфет, где можно жрать сколько хочешь. Первый кусочек съел бесплатно, а второй плати, гад. Оливковое масло. Ну, я понимаю, вы знаете, что это самый полезный продукт. У каждой хозяйки на кухне должно быть оливковое масло. Вот какое-то дешевое масло совсем. По 4 доллара бутылка. Ну, на жарку можно попробовать. Вообще-то оно не написано, что оно cold press, поэтому мы его брать не будем. Надо брать cold press или first cold press. Вот видите, вот греческое first. Cold first press. Это первое отжатие, да. Почему эта бутылочка? 7 долларов. Ну, возьмем на пробу. Это в салатик будем добавлять. Вот он, этот рынок Yellow Green Market в Голливуде, во Флориде. Внутри павильона там будут продукты. Кто-то там жарится, парится. Бургеры из Salmon, видите, the salmon burger. Русские здесь, кстати, говорят salmon, рунглиш, да? Salmon – это лосось, гамбургеры из лосося. Так, ну все эти crafts and arts самодельные меня не очень интересуют. Нас интересует пожрать. Нас встречает музыкант. Вот, она сказала купить ананас, но попробовать. 2 за 3 или 3,50 каждый ананас. Регги, регги. А нет, это не папайя, это кокосовые орехи с пальм. Поснимали, дырки делают и пей через трубочку. Авокады крупные. 3 за 2 доллара. Нет, 3 за 2,50. Дешево. А то, что за фигня, я не знаю, в сеточках. Народ берет. Видать, знает. Вот, а если у вас морщинки или прыщи, вам тут тоже помогут. Покупайте. Это что, седло? Такие сумки типа седла. Седло, видите, как круто.
Приезжайте к нам во Флориду. Так, ну где же пожрать? А вот покупатель или покупка. Люди приходят сюда, кстати, позавтракать. И какие люди? Зажила помыть. Специи всячески. Вот здесь, по-моему, давали пробовать ананасы. Pineapple, ананас. По 3,99 каждый ананасик. Этот парень дал мне попробовать. Видите? Ананас очень сладкий. Будем брать. А вон там продают оливки. Сейчас посмотрим. Оливки, видите? Вам накладывают. То, что вы хотите, можете пробовать тоже. It's steak? It's a Cali style barbecue. Thanks. Santa Maria tri-tip. Дала попробовать стейк, вкусный. Мед. Это рыбаки, видно, ловят рыбку. Тут и массажик сделают.